пока региональные новости. Мы вещаем из отеля «Кран Плаза Уфа» в студии Маргарита Гафарова. До 30 миллионов рублей субсидий смогут получить представители бизнеса, инвестирующие в строительство этнокомплексов на территории геопарков Башкортостана или рядом с ними. Соответствующее постановление утверждено правительством республики. Средства будут предоставляться на условиях софинансирования в размере не менее 50%. Главным распорядителем средств определен Госкомитет республики по туризму. Получатели субсидий определят в результате конкурсного отбора. Претенденты должны будут подать заявку с описанием инвестиционного проекта, необходимой суммы, а также целевыми показателями, количеством туристов, которых можно привлечь, числом рабочих мест, финансовыми результатами и так далее. Также в Госкомитете по туризму сообщили, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма в виде субсидии до 5 миллионов рублей с условием софинансирования до 50%. Части развития туристических маршрутов, строительства глэмпингов, создания охотничьих и рыболовецких хозяйств для туристов, да, и прочее, прочее. Там вот очень большой перечень. Я думаю, что любой проект, любого предпринимателя, который заинтересован в создании турмаршрутов, может получить эту поддержку. Ранее региональные власти поддержали выделение субсидий в размере до 5 миллионов рублей для поставщиков туристических товаров и услуг на территории геопарков республики. Господдержку смогут получить владельцы сувенирных лавок, местные производители продуктов питания, организаторы туристических маршрутов. Полное интервью с председателем Госкомитета по туризму смотрите сразу после выпуска новостей. В России создадут единую систему поддержки инвесторов. В рамках этой работы сформируют федеральную инвестиционную карту с информацией по каждому региону. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на главу агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву. По ее словам, на инвестиционной карте каждый регион должен будет представлять информацию о своем потенциале, своих инвестиционных площадках, имеющейся инфраструктуре, геоданные, данные по мерам поддержки, а также статус по сопровождению инвестпроектов. Благодаря такому реестру будет видно, что происходит с проектами на местах и с какими проблемами сталкиваются регионы. Как подчеркнула глава ОСИ, требования агентства к взаимодействию с инвесторами повышаются. Кроме того, до сих пор актуальны вопросы поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 60 миллионов рублей превысили инвестиции в основной капитал в Октябрьском районе Уфы по итогам первого полугодия 2021 года. Наиболее существенный рост по объему вложенных средств показали Уфимское приборостроительное производственное объединение, Мостоотряд 30, Медтехника. Об этом сообщил глава администрации Сергей Плотников. За первые 6 месяцев текущего года в Октябрьском районе отгружено товаров собственного производства на 44 миллиарда рублей. Всего на крупных и средних предприятиях работает около 55 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата по району составляет около 53 тысяч рублей. По Октябрьскому району зарегистрировано 6300 хозяйственных субъектов с образованием юридического лица и 7700 индивидуальных предпринимателей. С начала текущего года в формате районных предпринимательских инвестиционных часов рассмотрено 15 инвестиционных проектов, в том числе 4 проекта вынесены на городской уровень. За полгода сдано 70 тысяч квадратных метров жилья. Это 3 многоквартирных дома. Еще столько же планируется ввести в эксплуатацию до конца года. В микрорайоне Сипайлово начали работу 2 детских сада. Сейчас экспертизу проходит еще несколько проектов, в том числе на строительство детского сада на 260 мест в Глумилино. В Нагаево продолжается возведение поликлиники. К 450-летию Уфы планируется завершить реконструкцию и ремонт зданий Русского драматического театра и Уфимского государственного цирка. 2 миллиарда 700 миллионов рублей составила дебиторская задолженность организации и жителей перед предприятием «Уфа-Водоканал» на начало августа. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил главный инженер предприятия Павел Серебряков. Наиболее крупные должники – это УЖХ всех районов города. На них приходится более 1,5 миллиарда рублей. На ТСЖ и управляющей компании 337 миллионов. Жители на прямых договорах с «Уфа-Водоканалом» не оплатили счета на 441 миллион. Юридически лица 194 миллиона. По словам главного инженера, с 2019 года тарифы на водоснабжение и водоотведение выросли ниже установленного законом предельного уровня. При этом фактическое потребление воды жителями Уфы сократилось. Это приводит к снижению доходов предприятия. В результате по итогам 2020 года размер недополученных доходов составил 260 миллионов рублей. На 2021 год прогнозируется на уровне 356 миллионов рублей.
Количество утечек на сетях холодного снабжения в этом году достигло 75 в день. Это на 40% больше, чем в 2020. Основные причины – износ трубопроводов, сезонные подвижки грунтов, рост давления в сетях при снижении водопотребления, а также прием бесхозных сетей на баланс. По словам Павла Серебрякова, УФА-водоканал предлагает рассмотреть возможность целевого субсидирования для проведения капитальных ремонтов из городской или республиканской казны. Кроме того, на предприятии утверждена инвестиционная программа по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2021-2025 годы, которая включает в себя более 50 мероприятий. И в завершение информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар растет и евро тоже растет. Американская валюта поднялась на 37 копеек, курс 73 рубля 97 копеек. Евро плюсует 27 копеек, курс 86,63. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке Финам по 73,88 и продажа доллара в Акебанке за 74 рубля 18 копеек. Наиболее выгодный курс покупки евро в Солидбанке за 86,65 и продажа евро в Акебанке за 86 рублей 88 копеек. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК, не переключайтесь. Хорошего дня!